В Якутии вызовут искусственный дождь, чтобы потушить лесные пожары. С сегодняшнего дня по заявке авиалесоохраны воздушное судно Ан-26 «Циклон» начинает вызывать искусственные осадки с помощью реагентов. Обработке будут подвергаться средние и мощные кучевые облака. Засев активного вещества будет выполняться по ресурсной облачности. Планируем начать работы по искусственному вызыванию осадков для тушения лесных пожаров с Вилюйской группы улусов, где на сегодняшний день большое количество возгораний. Об этом рассказал руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Владимир Иванов. Сейчас на территории 17 районов Якутии 95 действующих лесных пожаров. В Ленском районе их 3, в Мирнинском лес горит в 6 местах. По данным космического мониторинга, на территории республики действует 221 термоточка.